Всем привет! Сегодня я буду оформлять торт-букет. У меня есть вот такой вот букет. И я попытаюсь сделать такой торт. Для роз я взяла насадку номер 128. Вот такая роза прямая. 2,5 сантиметра на выходе. Крем окрашивала желтый топ-продукт и кредо номер 8 персик. Окрашивала зубочисткой, брала прям совсем немножко и потом разбавляла белым кремом. Делать буду на конусах, чтобы удобнее вставлять было в торт. Немножко сюда крема, чтобы приклеить конус. Ссылочку на такие конусы я оставлю под видео. Давим на мешочек и крутим наш гвоздик. Сделали серединку. Теперь начинаем делать лепесточки. Такие небольшие лепесточки. Вот так аккуратно давим, давим. Прокручиваем гвоздик. Перестали давить. Убрали насадку. Еще давим. Перестали. Убрали. Потом немножко начинаем как бы открывать и спускаться вниз по конусу. Если у вас не приклеиваются лепесточки, вот здесь можно добавить крема, чтобы им было к чему приклеиваться. Вот так. И продолжаем. И вот сюда можно еще так укрепить. Крем выдавили. И вот такая розочка получается. Сделали немножко такую подставочку, чтобы конус не скользил по подносу, и приклеили. Теперь буду делать бутон. Для бутона взяла насадку 101, маленькая роза. Крем окрашивала краситель наш кондитер, цвет зеленый мох. Делать также буду на конусе. И делаем такую петелечку. И вот прям снизу беру. Начинаю давить, вести вверх и так вот как бы закрывать. Тут немножко вот так. Теперь еще один лепесточек также закрываю, чтобы получался бутон. И еще один. Можно сделать как бы один открывающийся лепесточек.
теперь беру зелень. Насадку взяла изогнутая роза 3,5 сантиметра на выходе. Кто пишет, что не может купить такие насадки? Вы не смотрите на номер, вы ищите по размеру. Вот у Владимира есть такие насадки, они у него без номеров. Ссылочку на его контакты я оставлю под видео, можете ему написать. Крем окрашивала красный Color гель, топ-декор сиреневый и немного добавляла черного кредо. Краситель добавляла зубочисткой, просто дотрагивалась понемножку и смешивала, чтобы вот именно получить такой нежный оттенок. Делать буду также на вафельном конусе. И мне нужно сделать одну большую розу. И все то же самое. Сначала я делаю серединку. У меня камера отключилась, я вот до конца не сняла процесс, как я делаю розу, но я сейчас еще буду делать другого цвета и покажу. Насадка та же, 3,5 сантиметра на выходе. Теперь я сделала оттенок, краситель Color гель, лиловый, фиолетовый и пурпурный. Также добавляла зубочисткой по маленькой капельке. И также буду делать на конусе. Сначала давлю, просто закрыть конус, такой вот сделать бутончик. Всегда насадку нужно прям приклеивать к конусу, к основанию цветочка. И давить постепенно, и чуть вверх приподнимаем, опускаем. Еще один лепесточек. Давить потихоньку и вести при этом, чтобы лепесток получался тоненький. Если вы будете давить сильно и не будете вести, то лепесток будет некрасивый. Лишнее вытираем всегда. Можно завести между предыдущим лепесточком. Вот так вот. То есть всегда смотрите на сам цветок. Вот как получается лепесток, как лучше он ложится, так и делайте. Книзу насадку больше открываем, наклоняем. И снимаем. И теперь я взяла насадку 874, она 3 сантиметра на выходе. Всеми сегодня насадками сделала розы. Крем окрашивала индийский краситель кармин. Делать также буду на конусе. Сделали серединку и делаем лепесточки. Все точно так же, насадку прижимаем конуса и делаем небольшие лепесточки. Давим аккуратно и крутим гвоздик.
золотая роза получается. Теперь буду делать хризантемы. Насадка 81. Маленькая самая хризантема. В крем я добавила зубочисткой совсем немножко краситель Color Gel цвет лайм. Можно зеленый, но главное добавляйте зубочисткой, потому что нужно красителя, ну, совсем немножко, просто дать оттенок белому и все. Также понадобится краситель сухой, зеленый. Ссылочку на эти красители я также оставлю под видео. Для основы можно любую насадку или просто пакетик срезать. Сделали основу. Вот я делаю сначала один вот так в центре, и потом на него начинаю вот так вот внахлёст друг на друга делать лепесточки. Чтобы образовалась такая серединка. Вот так вот. Теперь я эту серединку сразу побрызгаю красителем. И дальше продолжаем. Уже сразу начинаем открывать лепесточки, чтобы серединка смотрелась вот именно в центре. Вот когда много наберешь крема, очень тяжело давить. Я всегда укрепляю, потому что у меня она почему-то получается вот такая вот неровная. И снимаем, делаем так. И осталось сделать мне бутоны розы. Насадка 126, вот такая роза. 2 сантиметра на выходе, и она немножко скошена. Крем окрашивала, вот сюда добавляла немножко желтого, прям совсем капельку. А сюда индийский краситель цвет кармин. И провела полосу сначала, а потом этот крем положила. Для зелени все та же насадка 101 с тем же кремом. И делать буду на сдобной соломке. Мне нужно, чтобы бутоны были высокие. Поэтому буду делать на соломку. Сначала такую петельку, бутончик и несколько лепесточков. Такие бутоны уже полуоткрытые. Зелень добавляю. И пока я вот ставьте бутончики в какие-нибудь маленькие стаканчики или вот стопочки. Можно вот так сделать зеленым кремом,
чтобы можно было его выше поставить, чтобы не было видно вот эту палочку. И осталось сделать одну лилию. Насадка вот такая вот лилия. Это насадка от Владимира. В магазине такие не продаются. Ссылочку на его данные я под видео оставлю. Крем окрашивала. Добавила вот такого крема немножко. Вот он, сухой краситель индийский, цвет кармин. Вот я добавила не сам краситель, а немножко крема, прям вот капельку одну. Для пыльцы окрасила крем в оранжевый, Америкалор 163 краситель, и черный угольный номер 51 краситель Кредо. И смешала два крема вместе, и плохо перемешала, чтобы они разводами такими были. И тычинки буду делать вот такие конфеты. В этот раз покупала их на развес. Продаются в Глобусе, в Ашанах. Вот они вот такие вот конфетки. Я их порезала. Делать буду на больших конусах. 3,5 сантиметра диаметр. Вовнутрь я немножко наполняю крема, чтобы потом вставить хорошо тычинки. И вот вставляю насадку. Начинаю давить. Сначала давлю и держу на одном месте, чтобы лепесточек уплотнился. Как только он уплотняется, я начинаю поднимать вверх и также при этом давить. Вот я давлю, давлю. Он становится такой толстенький. Я его поднимаю вверх и давлю аккуратно. И еще один. Также вставляю, давлю, поднимаю вверх. И третий лепесточек. Сделали 3 лепесточка. Также давить и вести вверх. Еще один поставили насадку, давим и ведем вверх. И третий лепесточек. Теперь я беру сухой краситель фиолетовый, окрашиваю только центр. Теперь вставляю сначала тычинки. И теперь делаем пыльцу такие вот. Вот такие вот палочки выдавливаем. А в центре я взяла черный крем, тоже срезанный пакетик. И сделать нужно 3 такие точечки. Одна. Вторая. И третья. Вот такой вот как бы пестик в серединке и тычинки. Размер торта у меня 24 сантиметра на 10. И в высоту тоже 10, почти 10 сантиметров. Внутри ванильный бисквит и пломбирный крем. Крем состоит маскарпоне, сливки и сахарная пудра. И пропитка сгущенное молоко и теплая водичка. Сделала вот такие заготовки из мастики. И буду оформлять ними бок торта. Заготовки у меня 3,5 сантиметра на 12 сантиметров. И сейчас буду устанавливать.
теперь я буду усаживать цветы. Для зелени я срезала пакетик вот с двух сторон, сделала такой треугольничек. Крем окрасила топ-декор коричнево-зеленый, кредо номер 41, цвет называется тархун. И вот эту полосу провела красители Color Gel пурпурный и лайм цвет. Провела кисточкой. И вот я еще поставила вот такие листики. Это я вырезала в произвольной форме из вафельной бумаги и окрасила кисточкой красителем. Краситель разводила спиртом. Можно водкой. Я развела в воде два красителя, коричневый и немножко добавила бордовый, топ-декор. Сейчас заправлю аэрограф и вот затонирую белые вот эти вот части. Я вот все-таки сделала вот такие веточки, вафельная бумага. Я разводила краситель вот такой кредо авокадо спиртом и окрашивала. Потом взяла проволоку. Это вот проволока, которую делают из мастики, и тейп-лента. Конечно, эти элементы они несъедобные, поэтому можно их не вставлять. Но я решила, так как у меня в моем букете есть такие веточки в настоящем, я захотела тоже их сделать. Поэтому это не обязательно. Вот покажу вам поближе, что получилось у меня. Такой вот букет. Добавила я еще вот большие листики. Тоже вырезала их из вафельной бумаги в произвольной форме и окрасила красителем. И такой вот букет получился. Ну и вот мой цветочный букет. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!